Никого нет. Еще и музыка непонятная. Лара, раздевайся. Так, что нам нужно делать? Значит, мы делаем вот так, нормально, слушай. Хуяк. Фух ты, бля, спасся, ёб твою медь. Ларка, я за тебя волнуюсь, ты, пожалуйста, осторожней будь. Замечательно, по этой трубишке ты залезешь? О, слушай, так походу туда нам и надо с тобой. Теперь сюда. Блин, серьезно? Да ты это, молодец. Ларочка, и ты, пожалуйста, аккуратней, я ведь не хочу такую попку потерять-то. Ларусик, давай. Опа, есть одна. А чё прыгать-то? Давай к нам ближе. Опа! Ух ты, бляха. Ёпта! Фух ты, мы успели. Ёб твою медь. А дальше? Вниз или не надо? Прыгать вниз. На что? На Е, на F. Пробел. Нет. Контрол. Ну-ка, слази. Я сказал, слази. На что слезть-то, ёб? Парасете. Я хочу, чтобы ты, Лара Крофт, слез. Пожалуйста, вообще. Хочешь? Ну, придется прыгать. Залазь. Нормально, все! Слушай, так я, блин, боялся. Думал, ты такая, ёпта, и все. Ух ты, тут тайник. Чпоньк. Так и так залезь. Блядь! Ёб твою медь. Вот это поворот. Ничего такого я не ожидал. Какого черта мы здесь торчим? Мы гробницы демон. Демон. Зовут Лара. Где ты, сука? Чпоньк. Хуяк. Кто тебе нужен? Твоя помощь — это Цитрамон. А Цитрамон — это мое второе имя. Блядь. Ой-ой-ой, тихо. Ну ладно, я возьму дробаш, тебе ебу, блядь, сучка. На. Пока, ёпта. Передай привет птичкам там, вон как раз они там к тебе летят. Нормально все вроде бы. Такие типа, Лара Крофт. Если бы вы хорошо попросили, я бы даже дал бы вам. Вот ни ума, ни фантазии у этих убийц нету. Вы понимаете, что это девушка? Ей можно просто подойти и сказать, слушай, Ларочка, у тебя такая замечательная попочка, ты так выглядишь прекрасно. Я бы тебе присунул бы. Так она бы сразу бы согласилась, у нее секса-то не было сколько времени-то. Всех друзей-то она порастирала по всему острову. Вы шо, бля, ёпта? Не, вот реально, ума нету у пацанов. Я знаю смерть твою, я знаю, что стою на краю. Не важно, что скажет любой дегенерат про меня. В смысле, ебать, ты чё? Деваха, что с тобой? А тихо, ты можешь перебираться, пожалуйста? Завали ебало, пидор! Ага, не понял, не можешь. Ух, теперь будет шоу мокрых писек и сисек, да? Сука, ты сухая. Ребят, с вами все нормально. Да, блядь. Ну ладно, живите, чё. Все, теперь сама прыгай вслед за ним. Конечно, хватит, ты что думала? Ёб твою мать! Пиздец! Блин, сука! Дробаш берем. Бляха, муха! Покиньте научную трансляцию. Ох ты, блядь, я такая. Идите нахуй. Ёбаный в рот. Вы шо, пидоры? Я молодая девушка. Рот свой гони, блядь. Я вам сейчас, блядь, по пизде пойдете у меня все. Сука, гори, тварь, блядь. Гори, сука. Сейчас только возьму эту хуйню, я тебе, блядь, по головешке по твоей постреляю. А ты что там, блядь, гандон, ёбаный? А ну, ребят, а ну, блядь, завалил свое ебало. Поднимай свою голову. Ага, блядь, ух ты, ебать. Спать нахуй. Баю, баюшки, баю, Ларка пиздит всем на похую. Гандон, сука, спать, блядь, спать, я нахуй сказал, блядь.
где второй твой друг? Вот он, блядь. Пизда тебе, сучка. Можно shift нажать и е, блядь. Shift, нахуй. Shift, блядь. И поебал ему. Шо, ниндзя, дохуярился, блядь? А ты, блядь, стрелок ебаный. Спать, пизда вам. Подбирай все. Так, сейчас, значит, мы тебе уебем. Ой, бля, что-то упало. Тихо, нахуй, тихо, блядь. Сука, сдох, да? И ты, пожалуйста, уйди, блядь, по голове, тебе я ж ебанул. Ай, блядь, такой. Нахуй пошел, блядь. Шо, все? А ты, ниндзя, ебаный, блядь, еще один, сука, ниндзяга пришел. Еб твою мать. Что вы с этим миром не... Вот что с этим миром не так? Пацаны, ну... Вот ничему вас жизнь не учит, блядь. Ну вот, ну что это, а? Серьезно, вы вот настолько конченые все, что я просто в ахуе. А если я всех убью сейчас? Ого, толстый дядька идет. Ты кто, ебать? А он... Ух ты, блядь! Зачем ты выстрелила? А зачем... Я ж не нажимал кнопку стрелять, ты! Ёб твою медь, ну ты пиздец, ты вот, блядь, ты знаешь. Просто идем, блядь, и все, давай, иди, вот, без духа, спокойно. Они типа твой лук не видят такой, не в рот ебически большой, блядь, и всем насрать на тебя. Давай, будем так думать с тобой. А вот этому б я уебал бы сейчас. Ну ты будешь раздеваться, нет, мужик? Да я не нажимал, блядь! А, она просто устала идти, так ёб твою дивизию, прям в горло. Вот ролик и подошел к концу, вот этого жирного жиробаса мы все-таки так и не захерачили. Всем, кому понравился этот видосик, ставим лайкосик, хотя бы в честь Лары Крофт. Всем спасибо, всем пока.